На 72-м году ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Лиана Жвания. Об этом сообщается на сайте петербургского ТЮЗа имени Брянцева, где артистка проработала почти 50 лет. Она скончалась после продолжительной болезни. В последние годы актриса выходила на сцену в спектаклях «Записки А» и «Попрещена», «Иудушка из Головлева», «Поллианна» и «Сказка о потерянном времени». За роль Ефраксиньюшки в спектакле «Иудушка из Головлева» в постановке Георгия Васильева в 2012 году актриса была удостоена премии «Золотой софит». Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы, говорится в публикации. О дате и месте прощания с актрисой будет объявлено позднее. Лиана Жвания сыграла в фильме «12 месяцев». Она также появлялась в картинах «Пожар во флигеле» или «Подвиг во льдах», «Самостоятельная жизнь», «Похороните меня за плинтусом» и «Прянички».